летит в небе самолет. Здесь рядом находится вот эта сцена, которую я только что снимал. И будет какой-то концерт в 9 утра, посвященный пенсионерам. Пенсионерам Португалии, я так понимаю. Пенсионному фонду или что-то такое. Я вот пришел в этот садик. Чудесный садик, который я открыл для себя тогда, в 18 году. Небольшой такой парковый сад с птичками, с пальмами. Вообще, на самом деле, таких мест в Фару мало. Город практически весь из камня, и из зданий, из бетона. И это добавляет своей такой брутальной эстетики. Вот, например, там сейчас проходит девушка с собакой. И там такое здание с буквой Z. А это просто стоит.